Виталий Кудрявцев родился 6 января 1977 года в Москве. Его отец профессионально играл в футбол. Сам Виталий в юности занимался легкой атлетикой. На тот момент об актерстве даже не задумывался. После окончания школы поступил в Московский государственный университет на юридический факультет. После окончания вуза работал в одном из судов Москвы. Прекрасно владеет английским и немецким языками. Его жизнь резко изменилась в 2000 году, когда он случайно попал на съемочную площадку. На пробы он пришел за компанию с другом и вскоре появился в сериалах «Моросейка-12», где сыграл охранника главной героини, и «Витрина» в роли Толяна. Далее были небольшие роли в картинах «Львиная доля», «Здравствуй, столица», «Бомба для невесты», «Бой с тенью», «Московская сага». Первый опыт работы в кадре заставил Виталия пересмотреть планы на жизнь, и он решил сменить профессию юриста на ремесло актера. В 2006 году он закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Сотрудничал с театром «Комедиант», играл ангела в спектакле «Меню». Знание английского позволило ему сниматься в американском сериале. Но первую узнаваемость ему принесла роль старшего лейтенанта в картине «Сталин Лайв». Его герой – прототип реального охранника, который обнаружил Сталина с инсультом. В 2007 году сыграл главную роль в драме «Курортный роман». Также заметными стали роли оперативника Алексея Михайлова в криминальном фильме «Шпильки», Игоря Снегирева в боевике «Десант есть десант», Максима в детективе «Страховщики». В 2013 году заметной стала роль Гарика Протасова в мелодраме «Слишком красивая жена». По сюжету семья Протасовых перебирается в Москву, где ведет скромную жизнь. В какой-то момент женой Гарика увлекся милиционер, и ему приходится защищать свое семейное счастье. Если говорить об актерской биографии, то значимой стала роль Олега в комедии 2015 года «Полное превращение». На фестивале «Дух огня» по итогам зрительского голосования картина стала победителем конкурса российских дебютов. Также приз зрительской симпатии достался фильму на фестивале «Золотая тайга». Если говорить о личной жизни актера, то он состоял в гражданском браке с актрисой Серафимой Низовской. У пары 21 сентября 2010 года родился сын. По словам Серафимы, они расстались из-за того, что Виталий холодно относился к ее старшему сыну от первого брака с режиссером Сергеем Кишишевым. С 2017 года актер состоит в отношениях с актрисой Марией Куликовой, с которой познакомился на проекте «Слишком красивая жена». С конца 2018 года пара стала жить вместе. Виталий и Мария ездят много по миру и посетили десятки стран –